коронавірус у мера Геннадія Кернеса, збільшення динаміки захворювання на коронавірус та айфони для комунального підприємства. Це програма «Відзеркалення». Я Христина Асика. Сьогодні гість нашої студії, як завжди по п'ятницям, відомий харківський адвокат та громадський діяч Анатолій Родзинський. Вітаю вас. Здравствуйте. Анатолію, ви почали на минулому тижні дізнаватися думки харків'ян, наскільки вони вважають, чи є успішний Харків. Пропоную подивитися це відео ще раз. З кожної стіни Харкова ми бачимо борди «Успішний Харків». Часто вони прикривають ржаві труби і тріщини в стінах. Мы решили узнать у харьковчан, что такое быть успешным. Кого они считают успешными в Харькове? И считают ли они успешными себя? С этим вопросом я обратился к харьковчанам. Что, по вашему мнению, быть успешным? Искреннее уважение человека. Не показное подхалимство или хвалебные сюжеты в интернете, а искреннее человеческое уважение. Работать на благо города. Не только воровать, можно так сказать, а как бы отдавать себя, свою душу на общественность, на помощь другим. Люди, которые делают что-то вот полезное для харьковчан. Мерилом может быть добробут людей. Крыши не течут. А так как послушаешь, начинается отопительный сезон, сорвали его. Трубы все лето течут на холодной горе, у нас все раскопано, сейчас поедете, посмотрите. А кого бы вы назвали успешными людьми Харькова? Успешными? Да, пожалуй, Кернеса. З тих, хто зараз сучасник, чи я навіть не скажу чесно. Даже не знаю. Возможно, Кернес. Считаете ли вы Геннадия Кернеса успешным харьковчанином? Чесно говоря, я не знаю, прям сказати, успішним или нет. Ну, в якій-то мірі так, він успішний. Але, ну, як представника влади, я його не поважаю взагалі. Нет. Смотря для кого. Для себя, наверное, успешен. А для харьковчан – спорный вопрос. Считаете ли вы себя успешным харьковчанином? Да нет, я это пенсионер, какой успех. В какой-то степени – да. Ну, не совсем. Кругом какая жизнь, вы видите. Дороговизна кругом. Ну, просто становится жизнь для простого человека невыносимой. Этим опросом мы начинаем исследование успешных харьковчан. Кто они? По каким критериям их успех оценивают другие? Ведь успешным может быть только тот город, который населен успешными людьми. И этих людей должно быть не один, два, а большинство жителей города. И я предлагаю вам увидеть и понять, насколько успешен сегодняшний Харьков и харьковчане. А затем вместе с вами подумать и решить, как сделать Харьков успешным городом миллионов успешных людей. Я Анатолій Родзинський. Вместе с вами и для вас. Про успешных Харькова. Чи продовжили ви наслідувати цю тенденцію и дізнаватися думки містян? Розкажіть. Да, конечно. Мы провели еще несколько опросов, один из которых уже опубликован в сети. И поэтому предлагаем вот в эфире посмотреть, что мы напрашивали. И, пожалуйста, покажите. Что можно сделать на 25 тысяч гривен? Обеспечить несколько месяцев жизни пенсионера, накормить завтраками 1000 первоклашек, оплатить год обучения в университете или купить новый iPhone. Наверное, завтраки для детей и обеспечение пенсионеров, скорее всего. Да. Я бы выбрала обеспечение пенсионеров и завтраки для детей. Желательно поровну. Я бы выбрал завтраки для детей и образование. На университет. Но я бы выбрал в первую очередь завтраки детей. Это ответы взрослых ответственных людей, которые понимают, что деньги нужно тратить на самое главное, на заботу о стариках, о детях, на образование. И только тогда, когда эти вопросы решены, ты можешь задуматься о покупке дорогой игрушки для себя любимого. Так поступают взрослые ответственные люди. А вот Владик Власенко решил иначе. Он взял да и купил себе новенький iPhone. И в принципе это было бы его личное дело. Но есть один нюанс. Он купил себе iPhone не за свои, а за наши с вами деньги.
Потому что Владик Власенко – это не маленький мальчик, а взрослый дядя, который заведует коммунальным предприятием «Горэлектротранссервис». Но давайте разберемся. Может быть, у него самое успешное предприятие в успешном Харькове, которое исправно работает и зарабатывает прибыль для города? Но нет. Успешное в кавычках предприятие, которым руководит успешный харьковчанин Владислав Александрович, науспешило 64 тысячи гривен убытка только за минувшее полугодие. И более 2 миллионов долга, который был покрыт из городского бюджета. То есть из наших с вами денег. И за это успешный менеджер Владислав Александрович получил 500 000 гривен зарплат и премий. Это вам не какой-то там айфончик за несчастные 25 тысяч. Это 20 таких айфонов. Это пенсия 2000 пенсионеров. Среди харьковских чиновников и коммунальщиков считается успешным хвастаться покупками. В то время как работу их предприятий никак нельзя считать успешной, почти все они убыточны. Так может ли считаться успешным такой город, которым управляют такие успешные Харькова? Задайте этот вопрос себе и дайте на него честный ответ. А мы продолжим наше исследование успешных Харькова. Я Анатолий Родзинский, вместе с вами и для вас про успешных Харькова. Что почули від людей, що кажуть? Ну, как вы видите, проблема очень простая. В Харькове есть большое количество коммунальных предприятий, которыми управляют успешные харьковчане. Якобы успешные харьковчане. Харьковчане успешны, то есть потому что у них зарплата больше 40 тысяч гривен в месяц. То есть не каждый харьковчанин в Харькове получает 40 тысяч гривен в месяц просто заработной платы. Вот. А руководители харьковских коммунальных предприятий получают, и я так понимаю, что это не самая большая их заработная плата. Проблема в том, что если бы их предприятия были прибыльные, ну, может быть, они бы и больше там могли получать. Да, там вот есть дискуссия, должен ли руководитель, допустим, там, предприятия, которые, государственных предприятий, которые, там, не знаю, заводов, тот же завод имени Малышева, там, та же, там, не знаю, Укрнефть, Укртрансгаз, газовые предприятия, то есть получать высокие заработные платы. Этот вопрос является дискуссионным. То есть одни говорят, что в бедной стране, такой как Украина, ну, нет места высоким заработным платам, и, соответственно, эти люди должны, то есть чиновники, государственные служащие, руководители государственных предприятий, должны, министры, должны получать столько, сколько средняя заработная плата по стране. И тогда у них появляется стимул работать лучше для того, чтобы заработная плата росла у всех жителей Украины, и тогда у них тоже будет выше заработная плата. Есть вторая точка зрения, то есть, которая говорит, что если менеджер там, управляет, успешно управляет каким-то государственным предприятием, то он должен получать адекватное вознаграждение, его заработная плата должна быть большой. Но в Харькове получается и не так, и не так. То есть все коммунальные предприятия убыточны. Ну, например, вот предприятие, которым руководит фигурант опроса, значит, у него около 2 миллионов гривен убытка само по себе, с одной стороны, а с другой стороны, в этом убыточном предприятии его менеджер получает больше 40 тысяч гривен в месяц заработной платы. Еще раз говорю, не каждый харьковчанин получает столько денег. Ну а если бы предприятие, на котором работали харьковчане, ну, было убыточным, ну, то есть, ну, я думаю, что директора бы 40 тысяч гривен не платили, просто было бы не за что, с одной стороны. Ну и это еще не все. То есть получается, что люди, как бы, которые работают на этом предприятии, покупают для себя любимых там, достаточно дорогие телефоны. Там, за 25 тысяч гривен, при его зарплате в 40, то есть он еще имеет наглость покупать iPhone за наши с вами деньги. То есть потому что деньги, которые есть у коммунальных предприятий, это наши с вами деньги. А коммунальные предприятия – это предприятия, которые принадлежат харьковчанам. То есть они принадлежат не государству, то есть они принадлежат там, не каким-то конкретным людям, они принадлежат городу, территориальной громаде, то есть, по сути дела, харьковчанам. Вот. Но, тем не менее, там так есть. И харьковчане там высказали свое мнение,
вот, ну, никто из тех, кого мы спрашивали, не сказал, что да, молодец, как бы правильно сделал, на наши деньги купил iPhone. Пусть купит себе еще один. То есть люди, харьковчане, говорят, что да, там лучше было бы эти деньги потратить на обеспечение пожилых людей, там, пенсионеров, или на детей, или там, на образование и так далее. Но никто не сказал, что давайте там скинемся на второй iPhone вот какому-то либо этому, либо еще одному руководителю коммунального предприятия. То есть нашего с вами предприятия, нашего наемного менеджера, то есть которого, по сути дела, которому, по сути дела, мы платим деньги. Вот, и, значит, ну, эта проблема есть, то есть это, ну, многие о ней знают, и об этом знает руководство города, но никаких, то есть эта проблема возникла не вчера, да, то есть это там, и эта ситуация уже, наверное, около месяца, вот, но, тем не менее, городские руководители города не сделали никаких выводов, то есть, как вы видели, то есть они там, ну, не отобрали этот iPhone у руководителя этого коммунального предприятия, там, не продали его там, и не вернули деньги обратно харьковчанам. То есть они его даже не пожурили. Ну, значит, для них все в порядке. То есть и тогда, когда руководители убыточных городских предприятий покупают на наши деньги дорогие игрушки себе, их все устраивает. Я считаю, что это неправильно. И харьковчане считают точно так же. Угу. Что это неправильно. Так быть не должно. Торкнемося іншої обговорюваної теми. На цьому тижні мер Харкова Геннадій Кернес інфікувався коронавірусом. Захворів тиждень тому. У міськраді про це офіційно повідомили лише на початку цього тижня. Зараз лікується у Німеччині. Чому, думаєте, не одразу повідомили про це? Та й наскільки взагалі це, ну, на вашу думку, є нормальним, коли очільник Харківського штабу боротьби з коронавірусом лікується за кордоном? Ну, во-первых, несмотря на то, что по большинству позиций вот, мои взгляды не сходятся с взглядами Геннадия Адольфовича, в частности, на управление Харьковом. То есть, как нужно управлять городом, куда нужно тратить деньги, как вообще это должно работать. Тем не менее, я желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления. Потому что, ну, даже если ты не согласен с человеком, даже если ты являешься каким-то политическим его оппонентом, ну, правильно, логично, да, то есть, и это от души и искренне, то есть, желаю тому человеку там, жизни, хорошего здоровья, ну, и, там, не знаю, всего наилучшего, то, что касается его личных, каких-то, то, что связано с его личным. Поэтому еще раз желаю Геннадию Адольфовичу здоровья и скорейшего выздоровления. Что касается, правильно ли отвезли его в Германию или неправильно отвезли его в Германию. Ну вот сегодня появились уже публикации о том, что официальные данные на сегодняшний день, вот неделя лечения мэра Харькова Геннадия Кернеса в Германии с его транспортировкой, там как-то лечением, стоит 6 миллионов гривен. То есть, по сути дела, это 200 тысяч долларов. Я считаю, что правильно его отвезли в Германию. То есть, потому что если бы он остался в Харькове, он бы умер. Ну, это факт. То есть он бы умер, как там почти 500 харьковчан, которые уже умерли от коронавируса. Вот я могу привести простой пример, по-моему, около полутора месяцев. Эта история была публичная, она обошла интернет и телевизионные экраны, значит, о том, что это история простого харьковчанина, которому было 39 лет. То есть он заболел коронавирусом и попал в Харьковскую областную инфекционную больницу. Там у него из-за коронавируса случился инсульт. В областной инфекционной больнице инсульт не лечат. То есть его загрузили в скорую помощь и отвезли, по-моему, в 17-ю больницу, где ему могли оказать медицинскую помощь. Я имею в виду 17-я, это городская больница. Еще раз напомню харьковчанам, что инфекционная больница 30-я – это областная больница. Разного, они как бы разного подчинения. Соответственно, инфекционная больница занимается область, но там не лечат от инсультов и от каких-то там других болезней, кроме инфекционных и коронавируса. Да? То есть, а вот в 17-й как раз это больница, в которой могли оказать ему медицинскую помощь, городская больница. Он харьковчанин, ему могли оказать в городской больнице помощь и помочь ему победить этот инсульт. Но там его просто отказались принять, потому что скорая помощь, которая привезла его на территорию этой 17-й больницы, то есть ее, ну, как бы никуда не пустили. И тогда они поехали в другую городскую больницу. То есть у человека инсульт, он лежит в этой скорой помощи, у него инсульт, он умирает.
Значит, в этой городской больнице, еще одной, его тоже не приняли. После этого его отвезли обратно в областную инфекционку, где он, там, молодой человек, ему было 39 лет, скончался, то есть умер. У него осталась молодая жена, вот, все. То есть, поэтому это история, ну, обычных харьковчан. Поэтому, конечно, ну, если мы желаем Геннадию Адольфовичу здоровья, то правильно, что он улетел в Германию лечиться, то есть потому что только там его могли спасти. Поки мер лікується у Німеччині, на Харківщині стрімко збільшується динаміка щодо захворювання на коронавірус. Ми другий день поспіль б'ємо антирекорди на перших місцях. Чому, думаєте, так стається і яке бачите рішення? З марта місяця, ну от в марті місяця, я можу напомнити харківчанам, то есть, когда под Харьковским городским советом там, я собрал на улице, да, то есть, ну, это относительно безопасно, то есть на улице еще тогда не было такого распространения коронавируса, вообще практически не было заболеваний, но уже было понятно, что нас ждут большие проблемы. Потому что по ситуации в Китае, по ситуации в Италии, которая была в феврале, ну, то есть, а было абсолютно очевидно, что ни Украину, ни Харьков, ну, не может обойти эта проблема. И ответственные городские власти должны были что-то делать и решать. Но, как бы, харьковские городские власти, в отличие от киевских, Днепра, той же Одессы, они ничего не делали. То есть, они делали вид, что коронавируса не существует. Ну, это же факт. Помню, что в марте месяце для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, то есть под городским советом я пригласил харьковчан, и там мы раздавали респираторы класса защиты FFP3, то есть это не просто марлевые какие-то маски или не просто, ну, обычные маски, это респираторы с самым высоким классом защиты. Пришло много людей. Цель этой акции была обратить внимание, это как раз было перед сессией Харьковского городского совета, целью этой акции было обратить внимание харьковских городских властей о том, что проблема коронавируса существует. И делать вид, что ее нет, ну, неразумно, да, то есть неправильно. Это тогда сработало, и харьковские городские власти выделили аж целых 20 миллионов гривен на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть, еще раз напомню харьковчанам, я думаю, что это знают уже все, что 85% людей переносят коронавирус без симптомов. Ну, то есть, просто у них может даже температура не повышаться. Они могут болеть коронавирусом, могут ходить по улицам, по помещениям, заражать других людей. Но температура у них не повышается, они там не кашляют, может там раз там чихнут или кашлянут, как бы, и все. Еще 15% людей, они, им там чуть-чуть тяжелее, да, то есть, и в принципе, им нужно... И нужен кислород, как бы, кислородные маски. Вот. Но в Украине нет кислородных масок. Им нужно, как бы, там, в европейских странах они получают кислород, получают надлежащее лечение и так далее. За ними наблюдаются. У нас люди сидят дома, ну, как бы, и все, в лучшем случае. А в худшем еще ходят на работу и заражают других людей. Потому что сделать тест, как бы, сложно, но нет никакой пропаганды. Никто не рассказывает, что нужно делать, если у тебя появились симптомы коронавируса. Как нужно делать и так далее. То есть, не развернуто никаких там ни больниц опорных, ну, как бы, ничего. Но вот что обычному харьковчанину делать, если у него симптомы коронавируса? Да ладно, ОРВИ, там, ОРЗ, там, господи, может, у меня коронавирус, ну... А авось пронесет, да, то есть там не буду мерить температуру, ничего не буду мерить, и нормально, то есть жив и отлично. Вот, поэтому эти 15% харьковчан, они вообще не получают никакой помощи. Ну, выживают хорошо. 5% людей, у них коронавирус протекает в тяжелой форме. Это, что значит в тяжелой форме? У некоторых возникает пневмония. У некоторых коронавирус обостряет различные... другие болезни, да, там, например, вот этого харьковчанина, то есть у него наверняка были какие-то там, может, сердечная недостаточность, может быть, у него какие-то были проблемы с давлением, может быть, еще что-то такое, да, то есть, но коронавирус у него вызвал инсульт, ну, по сути дела, это факт, то есть, и хорошо, что он сначала попал в инфекционку, а потом у него, ну, как бы, плохо, конечно, что у него возник инсульт, но мы хоть знаем, как бы, что была проблема, а есть люди, если бы он не попал в инфекционную больницу, то есть, что дальше? То есть, у него был бы просто инсульт, то есть, врачи бы зафиксировали смерть от инсульта, в коронавирусную статистику она вообще бы не попала, то есть, врачи бы еще заразились, ну и понеслась бы дальше, да, то есть, и так далее. То есть, происходит вот такая цепная реакция. Цепная реакция происходит потому, что в Харькове
Вообще никто не разъясняет, что есть опасность от коронавируса, что есть проблемы и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, городские власти, в отличие от харьковских городских властей, в отличие от городских властей Днепра, Киева, Одессы, вообще почти не купили аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть, когда у человека болеет коронавирусом в тяжелой форме, единственная возможность его спасти, это подсоединить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Поэтому, конечно, отлично и это замечательно, что мэр Харькова Геннадий Кернес имеет возможность, вот говорят, что он лежал, по-моему, в 17-й больнице, ну, по сути дела, городская больница, она не предназначена для лечения коронавируса была, может быть, они там что-то там поменяли, но, по сути, все городские больницы – это его личные больницы, там ему идеальный уход, личный аппарат искусственной вентиляции легких и так далее. Супер, потому что по-другому его бы не спасли, по-другому его бы просто не спасли. Вот. Но харьковские городские власти не купили, там, по-моему, 3 аппарата искусственной вентиляции легких купили, как бы и все. Но, по-моему, городские власти Киева купили что-то около 500 таких аппаратов, в Днепре купили около 200 таких аппаратов. Харьков – богатый город в городском бюджете, то есть это богатый город, в котором бюджет города составляет 15 миллиардов. То есть мы позволяем себе строить зоопарк, реконструировать за 2 миллиарда гривен. Мы позволяем себе, значит, делать реконструкцию здания БТИ, несколько тысяч квадратных метров, там, по-моему, 3 или сколько там, тысяч квадратных метров, за 300 миллионов гривен. Это баснословные деньги. Мы позволяем открывать сухие фонтаны, по-моему, за 150 миллионов гривен. И мы позволяем себе не покупать аппараты искусственной вентиляции легких, которые спасают жизни харьковчан в пандемию. То есть, соответственно, харьковчане умирают. Это факт. А Геннадию Адольфовичу здоров'я і хорошого лічення в Германії. Щодо витрат на зоопарк, ви вже торкнулися цієї теми. Зоопарк планує побудувати океанаріум за 500 мільйонів гривень. Оголошення про закупівлю було вже оголошено учора. Чому, думаєте, такі витрати у цей час? Як можна це прокоментувати? 500 мільйонів гривень. Ну, це огромне кількість грошей. Більшість людей взагалі навіть не може себе представити, скільки це. Ви представляєте? 500 миллионов гривен за просто, ну, океанариум. Да, может быть, ну, будет красиво, но Харьков не настолько богатый город. Мы живем бедно. То есть у нас есть огромное количество проблем. То есть каждый харьковчанин ежедневно возвращается в свои дома и смотрит там на облупленные подъезды, на текущие крыши, на полностью испорченные коммуникации, которые то прорывают, то не прорывают. На Алексеевке много времени нет воды горячей. Но это проблема. То есть в Харькове есть огромное количество проблем, которые нужно решать здесь и сейчас, и на которые не хватает денег. Но, конечно же, проще построить океанариум, да, там, какой-то небольшой относительно, украсть из этих 500 миллионов 350, да, может быть, и 400, потому что кто знает, сколько стоит этот океанариум. Его же еще нужно рыбками наполнить. А сколько стоит рыбка? 5 миллионов или 10, да, то есть, или 15. Ну, сколько она стоит? Ну, как пример, да, то есть, там какая-нибудь акулка или там пиранья, да, там, или еще кто-нибудь. Никто не знает. То есть можно украсть огромное количество денег на постройке этого так называемого океанариума. И опять же, ну, вы понимаете, сколько можно было аппаратов искусственной вентиляции легких купить на эти 500 миллионов гривен? То есть для того, чтобы и сколько харьковчан, ну, может, ну, могло бы при помощи этих аппаратов выжить. Я понимаю, что есть люди, которые, ну, не верят в коронавирус, есть люди, которые говорят, что нас это никогда не коснется. Но поверьте, рядом с нами умирают люди. То есть дай бог, чтобы нас с вами это не коснулось. Да? Или если бы мы и переболели, то в легкой форме. Но родственникам, родным и близким, друзьям людей, которые, ну, реально умирают, а их уже там, ну, сотни от коронавируса и от болезней, которые являются причиной этого коронавируса, не легче. То есть, поэтому, что для них или для вас дороже или лучше? Океанариум за 500 миллионов или 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые могли бы спасти тысячи харьковчан? Потому что это уж конца и края нет этому коронавирусу. Ну, то есть, это никогда, ну, это не заканчивается, ну, к сожалению. И опять же, да,
Вот как произошла ситуация? То есть многие эксперты говорят, что Геннадий Адольфович заболел именно на праздновании города. Ну, то есть на праздновании Дня города, как раз по инкубационному периоду так получается. Но он же встречался с огромным количеством людей. Тогда как раз мы уже обсуждали в эфире этого телеканала о том, что была сделана эпохальная групповая фотография Геннадия Адольфовича в окружении ветеранов, людей старшего поколения, которые ехали на общественном транспорте, ну и так далее, да, то есть которых никто не возил персональными машинами, они приезжали в горсовет для того, чтобы сфотографироваться с Геннадием Адольфовичем на своих двоих и уезжали на этих своих двоих из городского совета. Вот. А что с этими людьми? Кто-нибудь отслеживает их судьбы? Живы они? Заболели они? Умерли они? Что с ними? Что с этими людьми? Я не знаю. До опалювального сезону у Харкові готово 99% будинків. Про це повідомили у мерії. Як вважаєте, наскільки можна вірити таким заявам? Ну, я считаю, что эти заявления бравурные и преувеличенные. Да? То есть, поэтому что такое 99%? И что такое готово? Это как готово? Ну, то есть, посмотрим, когда будет подключать отопление. То есть, сколько будет порывов, сколько будет разрывов и так далее. Общеизвестный факт, что харьковские коммуникации, в том числе и теплотрассы, находятся в ужасном состоянии. Они не ремонтируются. Это сотни километров труб. То есть никто ими не занимался. 14 лет. 14 лет ими не занимались. Более того, это же не я придумал. Но, по сути дела, это же официальная информация, которую озвучивает директор харьковских тепловых сетей о том, что изношенность тепловых магистралей Харькова составляет на сегодняшний день 80%. Я думаю, что он преуменьшает. Я считаю, что изношенность как раз составляет 90%. И все трубы дышат наладом. Более того, еще раз хочу напомнить харьковчанам, что недавно, несколько месяцев назад, погиб сотрудник харьковских тепловых сетей, пытаясь как раз, чуть ли не я так понимаю, что своим телом залатать пробоину какую-то. И, значит, умер, его обварило в этом кипятке или как-то. Умер человек. И харьковские городские власти даже не принесли ему извинения. Извинения не ему, а его семье. Не выплатили компенсацию. Человек умер на работе, работая на город. Вообще не ценят харьковчан. Вообще не ценят. Еще раз хочу напомнить о том, что 4 человека умерло при ремонте канализации. Это сотрудники Харьковводоканала. Никакого соболезнования от городских властей. Никакого, компенсации. Вообще. Умерли люди и нет, их списали. Вот такое отношение харьковских городских властей к харьковчанам. То есть голосуют отлично, да, то есть воспринимают нас как, не хочу плохое слово говорить, плохо нас воспринимают. То есть лишь бы проголосовали. Нет человека, человеческая жизнь вообще не ценится. Это такая же ситуация, эта же ситуация и с лечением и защитой харьковчан от коронавируса, это же ситуация, когда харьковчане, которые работают на город, на харьковские коммунальные предприятия, попадают в ситуацию или умирают, или там сколько трамваев, сколько людям трамваями ног отрезало, когда дрифты были, женщине, я помню, несколько лет назад отрезало, еще попадают постоянно какие-то ситуации, и харьковские городские власти делают вид, что этих ситуаций не существует, потому что логика у них проста. Им нужно переизбираться. Вот я так понимаю, что 25 октября будут новые выборы. Поэтому их интересуют только живые. Потому что живые могут за них проголосовать. А тот, кто умер, он уже ведь никому не пожалуется. Поэтому для харьковских городских властей не важно, сколько харьковчан умрет. То есть их это вообще не волнует. Еще раз, потому что мертвые за них не голосуют и не жалуются на них. А живым можно навешать какую-нибудь лапши на уши, рассказать о том, что Харьков превратится в Нью-Васики, и люди поверят, если им это будут говорить с экрана 7
телевизионного канала местного харьковского, как пример. Вот, и все. То есть, поэтому я считаю, что это недопустимо. И я считаю, что на выборах харьковчане должны проголосовать за любую партию, за любых кандидатов, которые им больше нравятся, но не поддерживать кандидатов, которые связаны с мэром города и с действующей харьковской городской властью. То есть, потому что монополия на воровство, то есть, когда нам вбивают голову, что воруют, но хоть что-то делают, а по сути дела это монополия на воровство, когда могут украсть 80%, 90%, никто это не контролирует, никто ничего не может сделать, должна прекратиться. И тогда жизнь в Харькове действительно улучшится, и, возможно, город действительно станет успешным. На цьому маємо завершувати. Нагадаю, сьогодні в гостях у студії був відомий харківський адвокат та громадський діяч Анатолій Родзинський. Дякую вам за розмову. В ефірі була програма «Відзеркалення». До побачення. Thank you.